Беларусь Калий и китайская корпорация Мигао построят завод по выпуску нового вида минеральных удобрений. Предприятие займется производством нитрата калия или калиевой селитры. Как ожидается, строительство завершится в 2019 году. Уже завтра начнет работу 22-я выставка СМИ в Беларуси. Среди участников форума 400 средств массовой информации. Особое внимание в этом году будет уделено региональной прессе, а главная цель организаторов – повышение качества контента информационного пространства. Лесхозы Минской области заканчивают сбор березового сока. В нынешнем году его удалось заготовить около 4000 тонн. Березовик пользуется популярностью у белорусов, а основными покупателями являются Борисовский консервный и Стародорожский плодово-овощной заводы. С производственной линии напиток отправится на экспорт в Израиль, Турцию и Россию. Устанавливают мангалы и ремонтируют беседки, убирают мусор и оборудуют пирсы. Коммунальники Минской области облагораживают зоны отдыха вблизи водоемов. До открытия сезона остается меньше месяца. Осмотр и расчистка дна поручен водолазам. Во всеоружии встретить пляжный сезон готовятся и спасатели. Млынбай. Новости, достойные внимания.